И всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике мы играем сегодня в Warface, и сегодня мы будем проходить черную акулу на сложность, извиняюсь, не та сложность, мы играем на сложности сложные, мы играем с нашими, как их назвать-то можно, играем мы с нашими всякими этими оружиями. Что-то залагало, ну ладно, вот. Нормально все. Так, в чем вообще прикол? То, что мы будем играть в Warface и играть в черную. Да, на сложности сложно. Также мы будем стрелять с нового нашего прицела, который стреляет совсем по-другому. Не как раньше, потому что он был намного огромнее раньше. И в прошлом видеоролике, кто смотрел, тот видел то, что я поменял настройки прицела, и теперь прицел стал меньше, и стрелять из него стало, наверное, удобнее. Так, пока что давайте поищем черную акулу. Ладно, все-таки сложность сложная, это там довольно таки сложно, потому что я и так простую сложность еле прошел, а тут сложная сложность. Кстати, лаги есть, лаги видно, да, есть какие-то все-таки лаги. Ну ладно, лаги это из-за видеоролика, который я сейчас загружаю. Как бы, наверное, только из-за этого. Заходим в настройки. Наверное, я успею за несколько секунд это все сделать. Заходим в настройки этого. Давайте поменяем вот эту вот настройку. Давайте поменяем до 30. Попробуем на 30 поиграть. То, что у нас получится, я просто вот не представляю, потому что это такая штука, которая, ну, хрен поймешь, короче, как это сделать. Ладно, но все равно мы попробуем, мы все это сделаем, и у нас, наверное, все получится. Ладно, в общем, что я вам могу сказать. Вот возьмите сейчас, сверните видосик, поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь на канал. Вот игра вроде уже начинается, видно начало через одну секунду, и что-то дальше не идет у нас. Так, ну ладно. В общем, понятно. Так, опубликовать. То есть, надеюсь, наверное, у нас все сохранится. И лагать-то... А, я же забыл, я же не поменял. Ну ладно. Ладно. Ждать сервер, да? Давайте я все-таки как-нибудь, не знаю, сверну видосик. Как-нибудь. Потом посмотрим. Давайте сейчас... Если будет... сильно уж лагать так, потому что даже сейчас уже как-то лагает. И это что-то мне не нравится, как это все лагает, потому что, наверное, я сейчас потеряю этот, как его... Потеряю жетон, мне кажется. Но если не получу... Не потеряю, точнее, то будет это круто. Да, лагает игра немножко. Лагает, видно. Но мы играем в черную акулу, я отключил загрузку. Поэтому будем сейчас смотреть, как это все будет работать у нас. То есть я вообще не знаю, как это все будет работать. Потому что я не знаю. Потому что команда вроде нормальная, но мне не нравится вот этот вот Гоямикс. Мне он что-то не нравится. Этот. Потому что загрузка, я не знаю, долго будет грузиться или нет. Потому что вот этот вылет игры постоянный, он мне что-то не нравится. Потому что... Что-то как-то он часто очень стал вылетать в Warface. И после того, как вот это обновилось, обновление самого Warface, а именно 8 мегабайт туда закачалось, то вроде бы стало поменьше вылетать. Но думаю, нет, также осталось вылетать. Даже другие причины теперь появились, из-за чего игра вылетает. Загрузка. Я не знаю, сколько это будет все грузиться. Честно, не знаю, потому что или у меня игра сама лагает сейчас, или игра лагает из-за интернета, потому что... Мы отследили крупные инвестиции в проект на Балканах под кодовым названием «Черная акула». Он имеет прямое отношение к небоскребу, с которым вы уже имели дело. Слышали? Не хочется опять гоняться за Абероном все 20 этажей, поэтому взорвите эту высотку прямо сейчас. Посмотрим на его лицо, когда куча денег превратится в пыль. Все просто. Нейтрализуйте цели и доберитесь до лифта. Вперед.
стараемся как-то это все сделать. Здесь у нас можно. А так. Я думаю, уже ее лучше нельзя. Нет, лучше. Стрелок убит. Здесь у меня таких лагов не будет. Хип или что? Стрелок готов! Не, лаги вот есть, лаги. Все-таки они лагают, странно. Вообще, если подумать, может сейчас это все нормально будет, потому что медик. Давай-ка, побежали. По идее. Вообще, по идее. Нормально. Все равно лагает. Так. Окей, дальше побежали. Так. Твою мать. Так тупо стрел вообще. Кто-нибудь. Медик, 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 медик. Спасибо, чел. Так, надеюсь, не будет человек. Особо. Вообще не должно, по идее. Эхо за. Так. Почему так-то, блин, эй? Как так? Мне нужна помощь! Врача! Врача! Чё, никто уже? Что-нибудь! Помогите мне! Не, вообще, по идее, лагало, но сейчас уже как-то не лагает. Потому что я отключил Wi-Fi, я отключил веб-камеру, я поставил другие настройки видеоролика, я отключил закачку, я отключил, в общем, такие процессы, которые мешают, вообще, по идее, всему. Кстати, нет, не все. Сейчас, походу, уже все. Да, я все отключил. То есть, кроме вот этого записывающего устройства и кроме Warface, мне больше ничего не открыл. Хотя можно там, не знаю, поудалять. Можно? Можно, наверное. А, нет. Ну, так как я Warface, я уже не могу ничего делать. Система защиты вот. Действует только в вестибюле. И так тоже нормально. Модного сопротивления как, не ожидается. Как бы... Ваша если задача. Приоритет поставить нормальный, опоры, подняться на крышу и покинуть здание. Если все сделать быстро, если, проблем не будет. Если сделать нормально, заряды со следующего этажа. Нет, молодец. Не, нифига. Так. И говорят то, что если спрятаться именно здесь, то вас не убьют. Но я думаю, это какая-то хрень, потому что я уже сел сюда, мне было уже ранее. То, что говорят там, то, что здесь не убьют, я не знаю, как надо сидеть, где. Но здесь меня точно сейчас убьют. Это 100%. Место здесь, конечно, не такое. Хотя я видел видео, в котором пацана просто не проходили мимо солдат. Это довольно-таки странно. Я впервые такое вижу. Но они у меня почему-то не проходят мимо. Они просто, я не знаю, что делать. Во! Я уже ранен. Где врач? Медик, 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 медик. Врача! Не дергайся! Я перед тобой долго снял стрелка! Продолжаем движение! Да. Вообще по. Нет, лагает, лагает, ребят. Лагает. Но, видимо, это не у меня. Хотя хз. Я убил стрелка! Я потому что не знаю вообще, у кого лагает именно. Блин. Так, окей. Сюда, сюда, сюда. Так. Идем сюда. Сюда. Так. Окей. Сюда, сюда, все сюда. Так. 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 Так, ладно. В общем. Нет, нет, не ушел. Нет, все нормально. Так. И все нормально, должно быть, по идее. Я не знаю, если честно. Я уже один раз слился, и ничего не знаю. Сейчас. Не, вряд ли, наверное, если. Так.
Куда они все идут, блин? Вот они, знаешь, смотрите, вот они все идут. Блин, сейчас солью. Твою мать, все, я слил. А этих нету ни у кого, да? То есть мне придется одному сейчас как-то сражаться. Да, ну смотри, вот. Я как-то сейчас пытаюсь, у меня что-то не получается. Я сейчас солью с ними. Сейчас будет, наверное, слив. Я не знаю, если сейчас будет слив, то, конечно, будет очень даже грустно. Так. Твою мать. Ну все, закончилась наша игра. Это было весело. Ведь я перешел на первое место. Теперь это веселее. О, кстати, можно посмотреть через маску. Охренеть. А масочка? Глюканатая. Ладно. Не прошли, не прошли. Как бы это не самое главное. А ни у кого знаков даже не было. Я еще поржу, как мы будем без знаков проходить здесь. Это будет вообще что-то такое. Нереально. $67! Да ты чё? Починка, наверное, $200 или $300 будет. Ну, максимум 150 где-то. Но это не точно. Сейчас проверим. Загрузка. Почему-то лагает. Все равно как-то лагает. И это мешает. Ладно. Окей. Так. Чё я там хотел посмотреть-то? О, склад. Значит, в другой части все попробуем, а сейчас... Как бы всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Смотрите-ка, $224. Всем удачи и всем пока.